С нами еще моя подружка Ника из канала Ника Хейт. Всем привет. Мы сегодня будем снимать челлендж кекс с такими продуктами: кетчуп, хрен, овощи, фрукты, печенька и хлеб, а еще черный перец. У нас будут вот такие вот бумажечки, записочки, которые мы будем вытаскивать, и будем вот такие вот формочки медвежонка положить продукт. Ну кто первый? Давай. Давай на чуваши. 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 Дай на первый. Что это называлось? Сливки. Они... Дарине попали сливки, но сливки будут у двоих человек. В конце. Да, в конце. Поэтому я вытягиваю еще одну бумажку. Да, мне попалась палочки. Ну ладно. Да. Теперь я вытащу. Уже прикинь, сейчас хрен будет. Кетчуп. Ей попался кетчуп, так что давай бери свой кетчуп. Знаешь, вам все готово. Ну, пока что она сыпет кетчуп, я вытягиваю бумажку. Лайк, кто любит кетчуп. Ну, ты видел, видел? Заикрыш. Мне попалась морковка. А что ты телепродукт слышишь? Давай. Ю, Энди. Я возьму только. Ну что ты не знаешь. Ну давай. Все, я взяла. Просто у меня палочки варко. Я уже не знаю, что может быть хуже. Я тебе говорю, вообще хрен такой. Хрен! Жесть! Ей попался хрен. Хрен и кетчуп, два невкусных продукта. Малая морковка. Хорошо. Я пока что вытаскиваю бумажку. Раз ей не повезло, значит, остались только вкусные продукты. О, хлеб не очень такой. Я попробую с палочкой вообще закуску. Мне попался огурок. Огурец. Я сейчас не... Снимай видео. Здрасте. Я пришла. Давай, твоя очередь вытаскивать. Хотя у нас еще есть перец. Забыла. Сейчас все будет. Я тебе говорю, сейчас перец будет. Вот реально. Знаешь, что так? Яблочки! Яблочки. Вкусно? Мне не очень. Яблочки кетчуп я не получила. Нет, сейчас могу. Дарина. Так я и знала. У меня попался черный перец. Мне попался черный перец. Черный перец. Да. А слава богу, я не черный перец попался. Вау! Только немножко хотела бы все. Та-ра-да-да. А ну, у нас больше плохого ничего нет, но...
но хлеб не очень. Хлеб. Ей попался, как известно, хлеб. А значит, мне печенье. Да, нельзя. Печенье. Палочка моя. Такое печенье у нас. Хлебушек! Теперь мы будем что? Теперь мы будем уже палочку. Наш мы сливки. Давай. Что она пердит? Мне страшно. Нет. Что, мало сливок? Да, сливки шоу. Здрасте. Нельзя больше. Можно. Да. Короче, да, можно. Да. На, лучше пока что тебе. Оператору надо. Оператор. Передайте оператору. Шо? Сливки? Афина. Да, оператору. Смотри, так их. Ну, вообще, сливки с хреном. Шо, ну, большой дело. Да вот! Что ты делаешь? Ещё одна! Не ори. Не ори, говорю. Пип. Давай быстрее. Да блин. Конечно, мне кажется, сливки с огурцами. Лайк за сливки. Лайк за сливки сломаны. Ну давай! А точнее, чтобы перед съемкой их поели. Ну да. Немного. На, оператор. Оператору передано. Передано. Вот, а крышку? Быстрее давай. Ну, давайте пробовать наше. Зарядка. 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 Что-то есть. Не помню, с перцем. Как ваши ощущения? Нормально. Не, я просто до хрена еще не добралась, а так все норм. А я... Все съесть? А я добралась до перца. Все съесть надо, знаешь? Какого сколько? Кстати, люди, попробуйте сливки с хреном. Это вкусно. Я не шучу. На лизни. На лизни. Ну, Энди. Хочешь потом попробовать? Ты все съела уже? Дарина почти ничего не съела. Я это все не съем. Покажи. Я потом съем. Или мундра. Я попробую потом. Не, мне нравится, я не... Ну, на сегодня все. Пока!